Кира! Всем привет! Сегодня чудесное воскресенье, к нам походу пришла весна, потому что на улице 18 градусов, и мы идем в W Barcelona, да. Отель у нас такой есть, идем на бранч. На бранч, сейчас будем будем вам показывать, что там есть. Да. Идем первый раз. Такое солнце яркое, я глаза открыть не могу. Да, идем первый раз вообще в этот отель, мы его только снаружи видели. Да. Посмотрим. Что тут и как? Ребят, смотрите, какой нам классный стол дали. В общем, стол, диванчики и вот такой вот шикарный вид. Обалдеть. Очень здесь приятно, очень круто и музычка классная играет. Так что занимаем места. Так, ну что, мы пришли на кухню. Смотрите, какие здесь прикольные штучки продают. Это, я так понимаю, смузи разные. Напитки, десертики. Боже, как здесь все красиво, интересно. Так, фокусировать салатики. Да, лапша. Да, возьми мне, пожалуйста. В общем, все очень интересное и необычная подача. Круто. Я взяла себе тартар из креветок и рыбы, какой-то бутерброд, вот такое пюре из свеклы, это омлет, еще принесли мясо, как капелька из картошки, я так поняла, ну, в общем, будем сейчас пробовать, и смузи, и Ваня себе моцарелловую палочку, в общем, здесь теплые, да. Такие горячие закусочки носят. Носят, да, мы взяли, я еще так убрал, очень вкусно, остренький, классный. Смотрите, какую красоту принесли. Боже, подачи здесь просто невероятные. В общем, это бутербродик с мясом, с крабовым мясом. Еще я заказала себе кофе-латте. Такой вот кружечки принесли. Очень вкусный кофе. И вообще, еда здесь вся очень вкусная и достойная. Необычная. Вот так вот выглядит место. Очень классно. И диджей. И всякие разные десертики. О, чиа-пудинг! Красота! А где тарелки? Вот. Боже, сколько здесь всего. А? Чиа-пудинг. Да, я буду чиа-пудинг брать. Класс. Мы вышли на улицу. Здесь так прикольно на улице вообще. Красота. Ну, в общем, вот так вот здесь на улице выглядит патио. Там вот, кстати, бассейн. Очень прикольненько. Символ отеля W. В общем, круто здесь, да? Классно. И солнышко такое, погода классная, да, вот сам отель. Суперский. Мы, кстати, сейчас подошли спросить по поводу организации свадеб, потому что это вот одна из локаций, которая нас с вами интересует. Мы бы хотели здесь провести, в общем, наше торжество. Сейчас ждем, когда придет человек, который нам все расскажет и все покажет. Вот, так что я думаю, может, заснимем, может, нет, посмотрим на самом деле, что нам смогут предложить, потому что свадьба у нас будет небольшая. Вот, и нам интересно, потому что большие свадьбы здесь проводят. Здесь большие есть залы и ресторан, вот, где можно разместить большую свадьбу. Но так как у нас будет маленькая, нас интересует все-таки, какое место нам могут предложить. Да? Или нет? Да? Мы уже в нашем лифте. Мы, кстати, ничего вам не показали, потому что сегодня воскресенье и не было, в общем, показа. Нам сказали, что сейчас локации заняты, и поэтому нам все вышлют по почте. Вот. Так что мы уже приехали домой практически. Чуть-чуть осталось. Опа. Где там наша Пуся? Муси-сюся. Мы уже дома, мы уже сняли целое видео и сейчас сидим монтируем и решили передохнуть, поэтому сейчас будем кушать. Да, вам покажется, что мы только что приехали там, где кушали, и опять сейчас будем есть, но на самом деле это не так. Сейчас уже время 9:30, время достаточно много прошло, вот, но кушать хочется.
Даже очень, да. И вообще, когда кушать хочется, ничего делать не хочется. Хочется только покушать и лечь поспать. Ну, ты просто ты сегодня лентяй. Я практически сделала всю нарезку. Мне, ну, осталось много всего. Ты самое легкое можешь сделать. Да. В этом видео нарезка это самое простое. Но, я не знаю, у меня почему-то как-то воскресенье, понимаешь, что завтра начинается неделя опять. И просидеть сейчас весь, всю ночь. Завтра встать и идти на учебу, как-то совсем не хочется. Ну, надо. Ну, хотя бы какую-то часть сделать. Ну, мне тоже завтра на учебу. Ну, да. Что делать? Это тебе не утро. Тебе не нужно вставать в 8 утра. Да лучше бы я в 8 утра вставала, ходила на учебу, возвращалась, и у меня бы было бы куча времени, чтобы сделать дела. Тогда бы ты точно не ложилась вставать в 3 часа. Вырубалась бы уже, наверное, часов в 11. Возможно. Да, 100%. Я помню, когда ты рано ходила на учебу, ты рано ложилась спать. Потому что иначе у меня реально рука затекла. В общем, трудовые будут. Да, трудовые выходные у нас. А что мы кушать будем? Расскажи нам. Ваня будет доедать картошку и кушать... Пюрешку. Да, пюрешку. И он будет кушать ножку индюшатины. Uh-huh. Вот, я варю себе макароны. Я ловлю момент, когда Ваня кушает что-то другое, то я люблю макароны. Я макароны тоже люблю, но не такие, как Катя любит. Я варю сейчас томатные макароны и с... Скажи, как... Зеленые? Не, черные. С краской... не краска. Осьминога. Да. Чернила. Чернила. Чернила осьминога. И сделаю себе макароны с томатным тунцом. Так у меня будет. Ну, просто макароны такие, знаете, что... Ну, покажи, где они. Что ты спрятала? Вот такие. Ну, как их вообще так есть лапша. Можно? Я как такие макароны есть можно? Они так сильно макаронами пахнут. Нужно покупать такие макароны, чтобы они макаронами не пахли. Да. Да, вообще. Да? Ты любишь макароны? Люблю макароны. Катя макарон и Ваня картофан. Да. Сегодня как... будет. Это точно. Сегодня Ваня будет кушать картошку. Да, Катя мне туда яйца добавляет. Что я люблю картошку с яйцами. Не знаю, кто еще так любит. Я, кстати, тоже очень люблю. Я еще с макаронами тоже люблю яйца. Да, с макаронами тоже. Когда они, ну, обычные макарошки, их поджаришь, чтобы они такие были хрустящие. И с яичком. Снятина, да? Да, на завтрак. Да, в основном на завтрак. Да. С вечера остаются макароны. Угу. Пока Ваня играет в футбол. Моя девочка. О, такая. Не, вы посмотрите, у нее такое пузико мягкое-мягкое. Такое тепленькое. Скоро спать пойдем, моя хорошая. Сейчас немножечко доработаю здесь и идем спать. У нас, кстати, уже 2 часа ночи. Без 5:02. Ну, мы, в общем, как обычно. Мы, люди, поздние, ложимся спать около 3. Потом встаем в 9:10, чтобы сделать дела. Потому что выходных на самом деле очень мало, не хватает времени на выходных все сделать. И поработать, и отдохнуть, и с друзьями куда-то сходить. Да, пусть. Вот скажи, у тебя куча времени, что ты такая вот крутая? Почему тебе повезло, а нам нет? У тебя куча свободного времени, у нас нет. Хотя нет, у тебя не куча свободного времени. Скажи, это же нужно поспать, полежать, вылизаться. В очередной раз, да? Так что времени никому не хватает, даже кошке. Моя ласковая девочка. Что делаешь? Ой. Я сижу, монтирую. Точнее, я уже закончила монтировать одно прикольное видео на бьюти-канале, которое мы сняли с Ваней вчера, да? Нет, мы его сняли. В субботу его сняли. Или в пятницу. Я не помню.
Ну, нет. Нет, пятницу мы были на день рождения, в субботу, то есть вчера, который мы сняли. Сегодня я его уже полностью смонтировала и... Ну, только почти весь день потратила. Да, сейчас... Ну, вечер. Уже поздно. И я сейчас сначала смонтирую влог, в общем, потом поставлю выводиться, потому что там много разных всяких штучек добавлено, и видео будет выводиться намного дольше, чем обычно. Вот, так что... Да. Мне кажется, хорошо получилось. По крайней мере, Ваня сказал, что хорошо. Надеюсь, вам тоже понравится. Так что, как-то так. Все, мы вообще включились для того, чтобы попрощаться с вами. Так что всем спокойной ночи и всем пока-пока. Всем пока-пока. Я тут, знаете, что делаю. Ваня играет в FIFA. 3-0 выиграл. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.